В рамках программы благоустройства дворовых территорий на данный момент в Каспийске ведутся работы по адресу улица Хизроева, дом 33. Этот участок является крайним в списке на 2022 год. Основная часть ремонта завершена. В настоящее время ведутся работы по укладке плитки на территории, прилегающей к подъезду. По словам представителя подрядной организации, эта часть работ не входила в проект дворовой территории. Инициатива обустроить участок плиточным покрытием пришла от жильцов дома. Укладка плитки на этой территории была инициирована конкретно, да, жильцами данного дома. Она не предполагалась по проекту. По проекту плитки здесь не было. То есть вот эти полностью подходы к подъездам, это все по просьбе жильцов. Территория обустраивается. Всего с февраля текущего года подрядной организацией было благоустроено 13 дворовых территорий. По завершению работ в срок до 15 октября будет проходить приемка всех дворовых и двух общественных территорий. Принимать итоговую работу будут представители администрации, общественной палаты и управляющих компаний.